Так, у нас снег. У нас тут снег. Красота. Смотрите, у нас пресс какие есть классные. Фику с собой взяла. Сейчас пойдем тест сдавать. Ох, кайф. Кайф. Нет, не отворачивайся. Не, ну ты не отворачивайся. Давай. У меня есть куча подарков, которые мне нужно упаковать. Всякого разного рода подарки. Кстати, еще есть, еще здесь у меня как-то все навалено. Мои заказы пришли с Озона. Это мы заказали, кстати, пылесос. А давайте, знаете, что я вам покажу, что я тут на Озоне заказала. Я покажу. Так. Я что заказала? Сейчас вам покажу. Вот такие вот книжки для детей. Космос, про космос, я так понимаю. И здесь это типа в виде научный комикс в виде комикса. Также я заказала такой про вулканы. Это Боря читать. Такой же в виде комикса по химии. Мне кажется, это может быть очень интересно. Ну, посмотрим. И по физике. Вот, я вообще считаю, что физика — это очень интересная наука. Поэтому пусть будет. Дальше. Я заказала книжку «Синдбад мореход». Возможно, она тоже, кстати, в виде комикса. А может быть и нет. Ну, мы как-то слушали аудиосказку. В общем, решила заказать. Это, по-моему, Глебу «Морские животные» в комиксах. Вот. Как-то так это выглядит. Будем читать, смотреть. А, и книжка, собственно, из-за которой был сделан весь этот заказ. Я, может быть, о ней потом, если надо, сниму отдельное видео. Это зимняя книга волшебных игр. 8 настольных игр, которые перенесут вас в новогоднюю сказку. Вот, ради этой книжки я, собственно, все и заказала. Вот, фишки, жетоны, кубики. Вот такая вот она. Вот сегодня, думаю, попробую в нее сыграть. А пока я планирую разобрать вещи, потому что у меня еще и здесь тоже везде бардак. Вот, короче, хочу разобрать все. И потом еще запаковать подарки, чтобы они уже мне мозг тут не делали. Как-то так. Я уже тут разложила подарочки, которые мы будем. Кстати, как идея, в этом году я с одной своей подружкой точно договорилась. Мы с ней обмениваемся книжками, ну, которые дети уже не читают. Вот эту я еще не решила, думаю, одной из своих подружек подарить. А дальше у меня, на самом деле, куча книжек на английском. Но они достаточно простые для ее детей. Мои уже тоже их учитали. Поэтому я думаю, отдать часть сестре и часть раздать своим подружкам, которые, у которых дети здесь изучают английский, чтобы они могли читать. Ну, потому что они достаточно простые такие для детей. Вот, мне кажется, это будет отличная практика. Так что, если что, берите на заметку. Что вы уже отчитали, пожалуйста, меняйтесь с подружками. Вот, а сейчас я просто здесь разбираю вещи. Вот, в принципе, мы не возим зимние вещи в Москву, туда-сюда, в Черногорию. У нас здесь есть, вот я призналась, что это пальто, оно у меня будет здесь теперь. И здесь у нас свой набор как бы зимней одежды. Также здесь у меня, именно в России я держу парадно-выходную одежду всякую разную. Летнее платье, вот зимнее, тоже летнее, вот такое очень красивое платье. Я вот планирую его надеть, надеюсь, господи, я в него влезу. Я планирую его надеть вот на юбилей своей подружки. Ну, здесь какие-то тут парочка вещей висит у меня. И вот сейчас я буду... Опаньки, это я. Вот, и сейчас я буду вот разбираться тут. Я уже разбрала здесь немножко. И вот надо теперь вот тут вот всякое разобрать. И вот здесь вот все. Какие-то вещи вот у меня тут осенние еще остались. Их надо убрать. Ой, вот это, наверное, надо постирать. Ну да. Вот остальное что, надевать уже, носить. Так, ну что, все разобрала. Вот наш гардеробчик, хочу прям похвастаться. Как у меня тут минималистично. Взяла вот такую красивую юбку. Их, кстати, можно носить как вот сверху бархат, а снизу кружево. Так можно и наоборот. То есть она будет вот так вот, она двухсторонняя. Штаны носить теплые, джинсы. Здесь это Федины вещи висят. И здесь у меня вот такая кофточка тоненькая, она мне здесь лежала. По-моему, это шелковый, что ли, даже. Вот этот, в который я приехала, который, наверное, надо постирать. Но что-то я еще пока не стираю.
И вот две моих кашемировых кофты и платье. Вообще, шерстяные кашемировые вещи не вешают на вешалке. А их нужно хранить в сложенном виде вот здесь. Кстати, я теперь тут могу вообще разложиться. Это весь мой гардероб на этот приезд. Вот. Это моя теплая как-то термокофта. Это просто футболка. И вот здесь, кстати, да, в чем можно ходить дома еще. Вот я вот привезла этот костюм сюда все-таки. Ну и всякие носки, трусы у меня здесь вот так лежат. Вот. Я прям собой страшно горжусь. Я считаю, это круто. Я молодец. Часто бывает. Приехали просто за бутылочкой вина. В итоге что-то пошло не так. Решили заменить бокалы на даче. Но это наша, ладно, давняя мечта. Не было вот, который я люблю. Ну да ладно. Ну и что-то тут понабрали, как обычно. Чай, наконец-то, я взяла вкусненький для себя. Идею. Так, вы знаете, я люблю бокалы, поэтому должна вам показать. У нас на заднем фоне будет квашеная капусточка от бабушки. Вот такие у нас будут бокалы под шампанское в этом году. Красивые. Не знаю, что за фирма, пишут, что Франция. Вот. И вот такие вот у нас будут красивые под вино. Сейчас, опа. Как его показать? Подожди. Во, вот хорошо видно. Опанька. Какая красотища. Сейчас буду их мыть. Супер, мама, молодец. Так, типа, очередная посылочка из Озона. Господи, она со снегом. Ну, ну, я с ней послала. Она упала. Так, давайте смотреть, что пришло. Тут снега нет, это неплохо. Что пришло? Распаковочка. Как это доставать? От Танина, не знаю. От Танина, это то, что ты заказала. А ты что взяла-то тогда отсюда? Ну, это я сейчас должна же показать людям. Убери, так, конечно, мне нужна была наклейка на клавиатуру, потому что Боря занимается русским языком, у него нету русских букв. И что важно, подарок мы им купили. «Дети капитана Гранта», книжку по роману Жюль Верна. И это, тебе сейчас покажу, это комикс. Ну, это адаптированное. Посмотрите, какая красота. Вот за такую фотку. Настя, поверь, мама купила. Какой? Это мы будем дарить на Новый год. Хорошая идея. Заказывали на Озоне. Почему? Вот так. Мне кажется, это прекрасная идея подарка, поэтому я вот вам Алекс Нем. «Дети капитана Гранта» по роману Жюль Верна. Называется вот так. Графический роман. Вот что важно набирать, когда вы будете его... когда вы будете его искать. И здесь вот... Мне кажется, потрясающе. Вот, мне кажется, супер. Так что вот, он большой. Стоит, мне кажется, 1000 с чем-то книжка. То есть прям вообще, мне кажется, прям полноценный подарок. Не благодарите. Так, а у нас вечер Бужеле. Мы сегодня с мамой урвали, так сказать. Из новых бокалов.